Вашингтон выиграл серию у Питтсбурга впервые с 1994 года. Столичный клуб прервал серию из 7 поражений подряд. Вашингтон одержал победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с Питтсбургом 4-2. Победа над этим соперником в плей-офф стала для Капиталс второй в истории. Первая была в 1994 году. Начиная с 1995 года, Пингвинс выиграли 7 серий подряд, в том числе 2 серии второго раунда в прошлом и позапрошлом годах. Всего команды встречались в плей-офф 11 раз, счет противостояний стал 9-2 в пользу Питтсбурга. В финале конференции Вашингтон сыграет с Тампой. Смотрите также все результаты Кубка Стэнли. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.